Решили еще раз выйти в рыночный день прогуляться по рынку, посмотреть, может, что-нибудь интересненькое увидим. Вот уголочек одного мастера, который занимается вот такими вот сувенирами, делает различные ночечки, бревочки красивые. Тут еще где-то получается, а где-то вот по 3 еврика, очень достойно. Красиво, да. Так что этого дядечки кое-что покупать стоит. Интересно. Вот ребешки натуральные, тоже как сувенир. Обалденные вещи вообще-то. Хороший такой выбор резьбы по дереву. Вот начинаются мелкие развалы, где продается домашние раритеты. Да, типичные развалы, такие блошиные рыночек на земле. И это бит, однако. Там видно, отремонтировать, они в воду попали. Это такие ряды, статуэточки маленькие. Разные, короче, вам. Для кого-то хлам, для кого-то тарас. Не, ну, как сувенир можно что-нибудь выбрать, довольно прилично. Пойдем искать дядечку, который торгует военными артефактами. Он не каждый раз здесь появляется. Вот единственная потрясающая вещь, которая нашлась на этом рынке. Старая работа, серебро. Цена достойная. Но, увы, увы, игрушка не будет моей. Разные вещички такие, колокольчики. Оригинальненько вообще. Такие стиральные машинки. Сувенирчики. Можно при копии использовать. Вот. Старый котелочек. Вот он и перевод. Нет, так, что-то
что-то интересное можешь найти. Это ароматические подушечки, оказывается. Иди на одиннадцать. Алло. Да. Женские украшения, ручные работы хорошие. Вот мастерская вот этой прекрасной женщины. Вот прекрасная женщина. Здравствуйте. Это все натуральные, да. Сухой цветочки. Это эпоксидная смола от Хевис. Да. И вы откуда? С Риги. Это все натуральные, да, сухой, да. Цветочки, эпоксидная смола и цветочки от Хевис. Не забудки, анютные глазки. У меня есть еще васильок, смотрите. Да, да, да. И это стильный стиль, не будет черный от вода Хевис. Это очень хороший материал. Хорошо. Очень красиво, да? Спасибо. Это знаки у вас. Да, технология эпоксидки, это интересно вообще-то. Ясненько. Это тоже все эпоксидочка и это самое, да, цветочки, да? Да, да. Цветочек, да, засушиваете. Цветочек. Да, я представляю, как это делается. Я делал так, скорпионов таких вот. Ну, я бы не ожидал вообще. Это цветочки. Цветочки, да. Вот посмотрим цветочки, вон типа это самое, подъедать паучки, так сложно, все заход. Все достойненько, красиво. Вот, пожалуйста, студия, телефончик, сайтики, все, посмотрите, когда зайдете, поработайте. Вот тоже интересное, дел рукоделия, красивая ручная работа, такая, крафтовые сувениры, очень приятные. Так что, господа, будете приезжать. Знаете, что два раза в неделю, мне даже три раза в неделю, вторник, четверг и суббота, в Хевизе открывается рынок такой. А это сувенирное изделие из соломы, вот такую красоту делают. Это, сударыня, очень красивые вещи все. Это очень красивый труд. Вот это сувениры хорошие, так что достойный рынок в Хевизе, то, ребята, приезжайте. Очень вам советую. Ну все, в целом вот такое впечатление у вас будет. Вот и видят. Вау, дама такая висит. Каждый что делает, то делает. Каждый зарабатывает своим трудом хорошим. Натурал копи. Да. Пицца, Ну вот, у этого прекрасного человека я сделал себе подарок сам себе. Danke schön. Данки, данки. Спасибо.
машинные, сувенирные ряды, кибисборы. Очень масштабно. Каждый может платить свою жемчужину. Все зависит от цены вопроса. Настоящего антиквариата здесь практически нет. Много хороших копий. Но интересно для себя может найти каждый. Ну ладно, как ты? Ишь ты, подишь ты. Ну, до свидания, рынок. До следующих годов приезда. А вот еще вернусь сюда.